Привет! Добро пожаловать на канал Киндер Малыш ТВ! Кто еще не подписан, подписывайся, ставим лайк и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши первые видео. Но сегодня я буду открывать один лол, питомец. Вот такой вот лол прикольненький, с питомцами. Тут нарисован питомец, кошка. И вот тут они такие красивые все, с косточкой. И два киндера. Динопарк. Ожившие легенды. Сюрпризом. Я еще до того таких не открывала. Посмотрим, что же там попадется. Наверное, попадутся динозавры, потому что написано Динопарк. Посмотрим на них. Вот такие он динозавры написаны. Ожившие легенды. Вот даже написано сюрпризом. Давайте начнем с лола. Открываем. Посмотрим на второй слой. Смотрите, уже голубая. У нас будет шарик голубой. И тут ничего нету. Смотрите, второй слой точно такой же, как был на первом. Ого. Давайте открывать второй слой. Последний, вернее, слой. Там их всего лишь два. Открываем. Ну, вот такой вот у нас лол. Попался шарик. Голубой. С кружочками и треугольниками. И вот тут подставочка. Интересно, какой зверек нам попадется? Питомец. Открываем. Открывается другой батон. Тут закреплено что-то. О, смотрите, ребята, уже бутылочка твердая. Ребята, смотрите. Вроде бы нарисованы были питомцы. Смотрите, что нам попалось. Это такая куколка. Вы голова. Эх, лол. Засовывается она только очень трудно. Я засуну и вам покажу. Такая лол у нас получилась. Смотрите, у нее такие желтые волосы, блестящая юбочка, платье. У нее даже обувь не снимается. Черненькая обувь. А вроде бы нарисованы питомцы. Я думала, что попадется питомцы. И вот такая вот бутылочка. Синяя, может. Она очень-очень твердая. Там внутри как будто пластмасс залит. И вот такая вот у нас попалась лол. Давайте закроем наш шарик. Смотрите, кстати, как упаковано. Такой вот. Закрываем. Хорошо устроено. И вот такая вот у нас закрывалочка в виде замочка. Закрываем ее. Вот, попалась нам. Надеюсь, она туда встает. Вот. Покатилась, конечно. Ну, у нее не выдерживает расстояние, равновесие. Она очень тяжелая, а ну. А так она держится. Просто кукла очень тяжелая. Ну, положим мы ее вот так. Давайте открывать киндеры. Посмотрим, какого начать. Они одинаковые. Давайте начнем с этого. Я постараюсь открыть аккуратно, только постараюсь, чтобы не поранить красивую обложку. У меня получилось. Вот такой шар у нас получился. Попался. Вот динозавры. Динозавр. Скелетово. И вот наш шарик. Смотрите, ребята. Он прозрачный. И такой светло-зелененький. Вот как это. Почти как это. Бирюзовый, можно. Кто же нам попался? Какой это кости? Вот такая вот прикольная капсула. Берем ее.
И нам попался скелет какой-то. Кости скелета. Да, ребята, попались кости скелета. Посмотрим на инструкцию. Что это за кости? Они еще светятся в темноте. Собери свою. Собери свою археологическую коллекцию. Но там не было написано, как он собирается. Я соберу и вам покажу. И вот такой динозаврик у нас попался. Он светится ночью. Скелет. Такой. Вот она. Вот такая есть, вот такая и вот такая. Это паразаурулоп. Вот. Да-да-дам. Посмотрим, как он светится в темноте. Ну и вот он у нас светится в темноте. Смотрите, он так красиво светится. Я поставлю его в свою комнату, будет он у меня статуэткой. Освещает все. Он мне понравился. Интересно, а попадется нам во втором? Не повторка ли? Или попадется другой? Его мы отложим в сторону. И давайте открывать следующий. Я его тоже открою аккуратно. У меня получилось открыть аккуратно. Открываем. Все посыпалось. И у нас тоже прозрачная капсула. Открываем. Здесь не повторка. Посмотрите, это то же самое. Посмотрим на инструкцию. У нас тут всего лишь 4 коллекции. Скоро новая коллекция будет. Встречайте друзей светящихся динозавров. Вот тут написано так. И тут, например, светится в темноте. Посмотрим. Кто же нам попался? Надеюсь, это не повторка. Ребят, это похоже, что повторка. Смотрите. У них одинаковые головы. Неужели это повторка? Ну и вот я его собрала. Они совершенно одинаковые. Ну ничего, в следующий раз я соберу все 4 коллекции. Вот такая еще есть, вот такая, вот такая. А у меня только 2 вот таких. И обратите внимание на шоколад. То, что он у обычного киндера, он внутри белое. А снаружи как бы черный шоколад, а он просто черный. Это тоже хорошо. Ну, наше видео подходит к концу. Кому понравилось видео, ставим лайк. Не забываем подписываться на канал Kinder Malish TV. И нажимать на колокольчик.